Привет. Привет. Говорят, преступники возвращаются к месту преступления. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Просто здорово. Здорово? Ну, Келли, я бы сказал, что ты чудо современной науки. Хочешь есть? Сэндвич? Опохмелиться? Пока ты ешь, я буду рассказывать непристойные истории. Неудивительно, что женщины считают тебя неотразимым. Это история о тебе. Попробуй пастрами, очень вкусно. Рик, я... Если ты не любишь жирное, тогда ты пришла не по адресу. Это полицейский Чарли. Это мой друг Рик Кастильо. Чарли Барнс, дорожный патруль Калифорнии. Видел бы ты его в форме. Рад познакомиться, Рик. И я рад, Чарли. Кто-то упоминал пастрами? Потом, если мы просидим достаточно долго. А теперь вот так вот. Кажется, ты сказала, что еще учишься. Совершенство приходит с практикой. Фактически очень похоже на крокет. То была шутка, а это игра. И ты должен мне 20 баксов. Может, пойдем в другое место? Мне нравится здесь. Это притон. Ну и что? Мне здесь хорошо? Думаю, если зайти сюда одному, все в норме, но это не место для знакомств. Не беспокойся, мы еще сыграем в пул, немного потанцуем. Я могу распознать человека по тому, как он адаптируется к обстановке. Расслабься, Чарли, и выпей. Отличная идея. Я угощаю. А что вы, ребята, здесь делаете? Идем из библиотеки. Может, познакомишь? Кто твои друзья, Чарли? Это парни, с которыми мне приходится работать. Келли, это Карл, Джо и Эл. И вы все из дорожного патруля? Ну, не совсем. Ничто по сравнению с Чарли. Ты от меня что-то скрываешь, Чарли? Думаю, он что-то скрывает от нас. Дайте угадаю, он вас оштрафовал, да? Так ты использовал служебное положение и раньше. Слушайте, парни, прекратите, ладно? Мы с Келли просто собирались выпить. И я думаю, вы должны к нам присоединиться и рассказать мне о Чарли. Давайте сядем туда. Рик, нам нужна выпивка! Слушай, если ты намерен приходить сюда каждые 5 минут... Привет. Добро пожаловать. Майкл сказал, что ты поселишься здесь, и я решил принести подарок на новоселье. Все в порядке? Да. Зря ты так беспокоился. Да ничего. Мало того, что тебе пришлось спасать мне жизнь, теперь и жить приходится по соседству. Ну, мне очень жаль, но особняк, который я купила в Монте-Сито, еще не совсем готов. Тебя не злит все это? Как насчет будущего? Что-нибудь намечается? Я только 10 минут назад вышла из больницы. Дай передохнуть. Прости, я немножко удивился. Я думал, что ты вернешься домой. Куда, к примеру? Я думал, в Мексику. Место довольно большое. И я не думаю, что сейчас там кто-то по мне скучает. Но разве ты не говорила в первый день в больнице? Я думала об этом, но, пораскинув мозгами, поняла, что вряд ли у меня это получится. Что ты собираешься здесь делать? Искать другую работу? Отец уже нашел тебе замену. И, похоже, в этом городе не очень много фокусников. Конечно, ты всегда могла бы стать полицейским и могла бы получить работу в местном отделении и видеть Круза каждые 5 минут. Да, я думала как раз сегодня о том, чтобы закончить академию и сдать экзамен в полицию. То, что ты будешь здесь болтаться, не поможет тебе забыть Круза. Ничего нового ты мне не сказал. Почему бы тебе не отдохнуть пару дней? Может, прекратишь? Я не могу вернуться в Мексику. Его радар не был включен, потому что я шла со скоростью 55. Что скажете? Вы действительно ехали по пляжу? Был отлив. Что тут такого? Чарли, когда ты намерен доставить ее в суд? Мой отец вряд ли это допустит. Си-Си Кэпвелл. Ты шутишь? Вы сестра Иден? Это Иден, моя сестра. Отличная женщина. Ты когда-нибудь работал с начальником уголовной полиции Санта-Барбары? Нет. Умный парень, очень умный. А она его жена. Да, быть женой копа нелегко. Большинство женщин не выдерживают постоянного напряжения. Возможно, это семейная традиция. Ты мог бы стать следующим. Я принесу еще выпить. Я тебе принесу. Нет, посиди со своими друзьями.
нормально. Много говорят о работе? Дай мне еще вот этого. Это уже третье. Рик, считай свои чаевые. А с чего у тебя такое отличное настроение? Скажем так, не ты один живешь в тени Кастильо. Так они знают Иден, да? Кто в этом городе не знает святую Иден? А если они не могут получить святую Иден, то, может, снизойдут до ее младшей сестры. Бедняга Келли, у тебя сегодня полный набор от украшения стола до жалеющей себя сестрички. Пойдем? Потанцуем. Потанцуем? А Чарли будет сидеть там, в углу? Пусть Чарли сидит. Идем. Келли, вообще-то я работаю. Идем. Ты на работе и должен развлекать клиентов. Понятно? Похоже, кто-то вторгается на твою территорию, Чарли. Эй, паренек, ты выбрал не ту даму. Почему бы тебе не вернуться за стойку? Полегче, приятель. Я ее не выбирал, но раз уж я с ней танцую... Послушай, я не приз по армрестлингу. Я сама могу сделать выбор, Чарли. А мой выбор таков. Наша встреча окончена. Тебе повезло, что ты носишь юбку, соплячка. Я заказывала пиво. Ты только что вышла из больницы. С тобой и Майклом я чувствую себя как в санатории. Помолчи и пей сок. Тебе нужен витамин С. Я должен принести тоник со склада. Я раньше тебя здесь не видел. Протрезвей и спой еще раз. Мексиканская злючка. Мне это нравится. Я же сказала, исчезни. Я научился не слушать, что говорят женщины. Они всегда чего-то хотят. Вот это да, удает. Молодец. Здорово. Здорово. Молодец, где ты этому научилась? В монастыре. Может, джентльмены этого не заметили, но мы можем о себе позаботиться. Это очевидно. Ники, тебе придется научить меня этому приему. В любое время. Лично мне нравится, как ты обошлась с этими мужланами. Они не так уж плохи. Почаще повторяй мне это. Знаешь, нам с тобой нужно пройтись по клубам. Да, нужно. Любите их и оставляйте их с синяками. Только угнаться за тобой я вряд ли смогу. Ники. О, боже. Ники. Помогите кто-нибудь, помогите. Она без сознания. Я отнесу ее. Слушай, Келли, может, мы просто встали не с той ноги? Думаю, ты попал в точку, Чарли. Может, я тебе позвоню и... Навряд ли. Да. Здесь не хватает музыки. Келли, я все еще пытаюсь понять, почему ты так отчаянно стремишься к веселью. Может, это связано с моим гороскопом? Почему ты не хочешь сказать правду? Ты сделала поворот на 180 градусов после того, как Бар уехал из города. Что со всеми происходит? Все хотят увидеть, как я плачу. Может, я так устроена, или у меня простуда. А может, мне плевать на все. Келли, ты была влюблена в него. И почему это все сейчас так говорят? Раньше говорили, что все происходит слишком быстро, что я недостаточно хорошо его знаю. Что ж, события в моей жизни происходят быстро, Рик. Возможно, я была влюблена в него. Но я выживу. Знаешь, что ты здесь изображаешь? Я точно знаю, что, потому что занимаюсь этим всю свою жизнь. Ну, если ты еще не потерял интереса, может, повеселимся? А иначе я пойду куда-нибудь еще. Это место меня уже не привлекает. Келли, послушай меня. Тебя окружает больше людей, которые любят тебя гораздо сильнее, чем ты думаешь.